В данном случае судебный пристав-исполнитель при задолженности более 10 тысяч может через суд инициировать ограничение в праве выезда такому должнику. Задолженность по алиментам не сгорает. Когда наступает совершеннолетие, судебный пристав-исполнитель фиксирует имеющуюся задолженность. На основании вот этой зафиксированной задолженности выносит постановление, по которому возбуждает отдельное исполнительное производство о взыскании данной суммы. И работает также в общем порядке и по имущественному комплексу, и по доходам должника. Для этого на сайте службы судебных приставов нужно зайти в банк данных, набрать фамилию, имя, отчество и дату рождения.